Строкиты над рекой. Ну что, артист, без тебя агитбригада бомбить уехала. У нас это называется чесать. Где найдешь. Ну, хоть здесь выступил. Такой. Правда, бесплатно. Это называется шифак. Твой край родной навек. Ради прикола переметнулся. Ага, где найдешь. Называется шут гороховый. Лови. Ай! Слушай, извини, я... Я не хотел, думал, ты словишь. Послушай. Послушайте. Вы... А почему вы мне все время тыкаете? Ну, я же извинился, ладно. Ну, при чем ты извинился? Почему ты меня тычешь? Мы с тобой что? Ну, что? Футбол играли? А? Водку пили? Или что, по бабам ездили, а? Что такое? Я не понял. А почему ты все время ржешь, а? Да кто ржет-то? Ржешь. Почему ты ржешь? Кто ржет? Ну, ты ржешь все время. Ржешь. Да кто ржет-то? Че ржать 5 часов сидит? Да ржешь, я тебе говорю. Ты клоуна себе нашел, что ли? Да? Я тебе клоун. Клоун дешевый. Дешевый клоун. Вот он мне, где твой смех. Вы ж посинели все уже, как удавленники от вашей ржачки. Вам хочется смеяться. Вам смешно. Вы смеетесь везде, всегда, надо всем. Вы еще в зал не вошли, а уже хари свои ржать приготовили. Вам смешно абсолютно все. Жизнь, смерть, цунами, землетрясение, а вы ржете. Полстраны замерзло. Милиционер убит. 5 миллионов детей без призора. А почему смеетесь? Почему вот это? А потому что когда серьезно, вам страшно. Я недавно тут в Москве на сборнике вышел и стал с публикой говорить всерьез о своей жизни и жизни, об этой вообще. Смеялись все. Подумали, шутка такая. Думаешь, плюнуть бы из зала публику в первый ряд, а тьфу! Так смеяться же будут все равно. Ничего не поймут. Подумают, такая шутка. Клоуна себе нашел. А я не клоун. По-настоящему я заработал только одну улыбку. Одна. Единственная улыбка. Когда сейчас я вот старика этого... Я в детстве часто с бабушкой, с больной оставался один. Мне 5 или 6. Ну да, 6 как. В общем, ей плохо стало. Она умирать начала. Я сразу это тогда понял. Я скорую вызвал, а ее все нет. Лекарства, то есть. Жутко стало, страшно. В то же время жалко ее. Все-таки бабушка моя, родная бабушка, решила ее развеселить. Стала изображать тетю Симу, Клавдию Петровну, соседку сверху и подружку ее. Обе очень смешные были. Бабушке было очень больно, но я видел, что она улыбалась. Даже когда ее возили уже мертвую, я видел на лице ее улыбку. Вот этот весь смех и улыбка. Этот парень чеченец. Старик. Просто кожей сейчас почувствовал. Жуткий страх и одиночество. Как прям тогда, когда вот с бабушкой остался. С умирающей. Вот это и была та единственная улыбка, которую я по-настоящему заработал.